Эта информация будет в нескольких роликах подряд, а все потому, что я создал свой Телеграм. Я не буду там продавать прогнозы, можете не бояться, а все это сделано потому, что нужны оповещения. Именно в Телеграме я могу делать оповещения без каких-то задержек и проблем, а они у вас всегда будут появляться на телефоне. Поэтому я оставлю ссылочку на мой Телеграм в описании. И чтобы вас больше замотивировать подписаться на Телеграм, в течение недели я буду разыгрывать по одному скину на 10 долларов в Телеграме. Поэтому заходите, ссылка в описании, а мы идем дальше. Привет, сегодня вышло обновление в CSGO на 1,5 гигабайта. 1,5 гигабайта и CSGO. Обновление. Вы тоже понимаете, что такого давно не было? А точнее 2 года. Операция. Новые кейсы. Новая карта в матчмейкинге. Новые ножи. Новые модельки персонажей. Ай, это очень жесткое, чувак. Это жесткое обновление, о котором я тебе сейчас расскажу вкратце, как это все выглядит, хорошо? Вот реально управимся в 30 секунд, а дальше мы поговорим о операции, я ее куплю. Мы посмотрим, что она вообще приносит, какие от нее призы и так далее. И также посмотрим кейс и, скорее всего, откроем 2-3 кейса в этом ролике, а дальше уже будет это все в других роликах. Окей, полетели. Только с тебя лайк. Сейчас я вам расскажу, что добавили в этом обновлении. Новую операцию, скины на персонажей, озвучка для операции, 4 новые коллекции, новый кейс, увеличенная цена на СГ, то есть немножечко ее понерфили, Фамас и Галил стали дешевле на 200 долларов, улучшенная стрельба для Фамаса и Галила. Добавлен значок киллфит для турели, кэш теперь в ММ, новая карта на Flying, Danger Zone, это все мы покажем в роликах, я буду там играть. И Верзига еще раз обновили. Но самое главное... Это вот это, типа сейчас это какой-то Overwatch у нас будет в CSGO, это конец катки. Новый кейс, вот как он выглядит. Новые ножи. Я вам сейчас покажу анимацию, которая у них, это дикость. И все эти скины я вам покажу в роликах, которые будут у нас потом, где я буду открывать кейсы. Ну, вот так я вот у вас промелькнул это сейчас немножечко. А новые вот еще коллекции. И вот еще новые коллекции. The North Collection. И самое главное, это... То, что сейчас я вам покажу, это анимация, которую я сам не видел. Так, можно, пожалуйста, анимацию? Вот, все, я вам показал все эти скины. Еще скины, господи, их очень много. Еще их очень много, этих скинов. Ну, ничего не зацепило на самом деле. О, это какая-то мозаика. Красивый авик. Новые стикеры, новые граффити. Вот как выглядит сейчас CSGO. Операция стоит 970 рублей. Я потратил намного больше. Такой вот у нас появился топ из игроков, кто выиграл больше всего Danger Zone. Вот все модельки. Ну, не все, а немножечко. Вот все. Чуваки, дико. То есть я вот сейчас пытаюсь это быстро сделать, но не получается, потому что этого очень много. Самый классный, это вот этот челик, я вам отвечу. Дам спойлер, ладно. Он мне сегодня выпадет. И вот анимация. Я не видел ее. Так. 23 тысячи рублей я плачу в месяц за интернет в этом офисе. И вот какой результат. И? И что это? Нет, скучно. Этот ножик скучный. И второй... Вау. Вот это уже интереснее. Да, это забавная тема. И еще один ножик. Слушайте, ну такое, конечно, ничего особенного на самом деле. Так, ладно, еще... Так, чисто ничего, ничего интересного. Вот как заканчиваются катки, первый, второй, третий. Блин, прикольно, типа это не похоже на CSGO, но есть какой-то свой прикол. А сейчас мы идем дальше. Окей, мы в CSGO, тут была кнопка начать миссии. Я нажал на нее и открылась вот эта штука. Давайте я нажму на купить пропуск чуть позже. Сейчас я вам покажу, что это за операция, почему она такая крутая. В общем, здесь у нас 100 ячеек, это 100 уровней. И за каждый уровень почти ты получаешь какие-то призы. К примеру, за первую... уровень ты получаешь монету операции «Расколотая сеть». За второй уровень ты получаешь вот эту коллекцию граффити и так далее, так далее, так далее. Но уже за вот этот вот уровень ты получаешь какую-то из этих моделек. Это интересно. А дальше у нас такая же вот ситуация на 52 уровне, на 76 и на 100 уровне у нас будет специальный агент, что-то из-за вот этого. Мне нравится вот этот тип. Он похож на вот на этого героя, которого сейчас на экране. Женщина. Я не сексист, но для CSGO это интересно. Женщина в CSGO. Слушайте, а представьте, демография поменяется после этого. Окей, я покупаю пропуск. За 15 долларов его можно купить, это очень интересно. Так, 15 долларов авторизовать. Использовать предмет. Все, мне выпадает сразу же вот эта вот штукенция. Но я хочу 100 уровень, поэтому я покупаю звезды. Я покупаю 100 уровней сразу. То есть я 44 доллара трачу просто сверху, а чтобы получить все сразу скины, которые там были. То есть такое делать тупо. Все, я получил сразу 100 уровней.
я читер, и мне выпало 41 дропа. Мне выпал вот такой вот скин, хотя я хотел, конечно, другой, выпал новый кейс два раза уже, новый персонаж вот такой вот. Я хочу того персонажика, пожалуйста, можно его? Так, мои перчатки сразу, блин, это круто. Хорошо сделано, прикольно, прикольно, приятно. Так, моего персонажа еще нет. Как я... Я не хочу без него играть в эту игру. Да, моего персонажа здесь нет. Ну что ж, дружище, мы с тобой встретимся чуть позже. Надеюсь, надеюсь, братишка, надеюсь. Окей, мы 101 уровень сейчас. Я могу еще купить звезды? Серьезно? Я купил еще 100 уровней. О! Фак, я потратил сейчас $80, чтобы просто купить какое-то... Что-то, какие-то 200 уровней. Оу. А, обычно. Так, кейс. Что здесь крутое? Ножик упал или нет? Вау, что это такое? Новый кейс. Сейчас будем открывать эти кейсы. Ну, пока нет ничего интересного, да? Но сейчас мы посмотрим, что будет, если ты покупаешь сразу 200 уровней. Так, здесь тебе падает опять же кейс. Новый персонажик. А где скины хоть? А! Да ну! То есть тут могли бы упасть скины, которые вот из этого выбора. А, то есть мне не повезло. То есть ни в одном открытии мне не повезло. То есть я мог реально выбить авик. Да. Здесь я выбил самое дешевое. Здесь я выбил самое дешевое. Здесь я выбил самое дешевое. Это прикольно, правда. А, что? $19 он стоит. Ребят, камон. А этот? $2. 19. Мне повезло в этом персонаже. $1.5 стоит. $9. $6. $2. 1. О, господи, что с тобой не так? Ну да, он похож на дефолтный какой-то. А кейс стоит $1 сейчас. Но мне, кроме персонажа, который мне понравился, ничего не стоит дорого. Никак не повезло больше. Ладно, пойдем продавать скины и покупать еще пропуски. Господи, это... Как же Вальф умеет вытаскивать из меня деньги? Чувак, меня это уже бесит. Либо я тупой, либо они реально умеют работать в маркетинге. Так. Так, ну что ж. Я покупаю еще 100 уровней. Так, ну что ж. Погнали. Так, не повезло, 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 не повезло. Пока что все плохо, ребят. Ну же, ну камон, давай. Ну пож... Ребят, не повезло. Так, у нас 301 звезда уже. Купи звезды, let's go. А, ненавижу CSGO. Да вы рофлите, статрек? А, боже, мне показалось. Так, не повезло, не повезло, не повезло, не повезло, не повезло, не повезло. Все плохо, все плохо, все плохо. Дайте что-то красное, пожалуйста. Нет. Фу. Боже, ненавижу тебя, CSGO. Опять не то, что мне нужно. Так, пожалуйста, давай красное. Ну чего? О, мне впервые, кажется, он упал. Так, давай. Блин, это интереснее кейсов, что ли? 41 скин сразу покупаешь. То есть одна шмотка $1 стоит. 500 уровней у нас уже. Сколько всего здесь можно уровней иметь? И смотрите, персонажи-то не меняются. Жестко. Жестко, реально жестко. Ай, пойдем еще. Так, ну что ж, друзья, здесь со мной сейчас Даня. Привет, Даня. Привет всем. Так, let's go. Я закинул еще бабки. Сколько? Я, короче, 100 уровней стоит $44, я уже 500. И, короче, когда ты повышаешь уровень, ты получаешь 41 скин. Опять мне говно упало. То есть, то, что я тебе показывал, вот этот очкарик, он самый дорогой. И здесь каждый раз падает что-то из скинов. То есть, здесь можете упасть авик красный, который стоит дорого. То есть, поднимая уровень, и ты получаешь скин за каждый. Слушай, это очень прикольно. Да, сейчас этого будет очень много. Да. Только прикол в том, что я не купаюсь. Я уже 600 уровень покупаю, ты понимаешь? Сейчас зайдет, братан, смотри. Давай! Черт! Блять. Кстати, он выглядит очень сурово, чувак. Может быть, он дорого стоит, правда. А ну-ка давай. А он у тебя еще не выпадал? $8. Не, он мне не падал. Средний. Еще. Так, не очень. Блин, того типа нет, представь. Вообще, смотри, все мимо. Хотя там кажется, что-то было. Так, смотри, $8. $4. $3, $2, не, все плохо. А это сколько стоит? $1. А это? $2. Так, ну что ж, надо... Давай, еще одна. Давай, сейчас я продам еще скины. Так, друзья, я закинул еще деньги. Это забей, я никогда бы не думал, что буду тратить деньги на это говно. Так, покупаем еще один. Я на 1000 да. О, женщина! Так, по-братски дорого. Будь дорогой женщиной. $30, братан, она стоит. 26, найс. Давай. Так, и сейчас, давай что-то красное, давай, прям, чтобы идеально было.
Что это? Выглядит дорого. Правда, выглядит дорого. $6. Ну, почти окупился. Ну, почти, кстати, почти окупился, представь, наконец-то. Да. Стоп, а это кто был? Там чувак был. Да, да, да. И вот как что-то яркое увидишь, значит, это же дорого. Слушай, покупаем еще. Ну, почти окупился. Да, слушай, неплохо, не неплохо, да, конечно. Так, еще покупаем. 800 уровень. Элит, ну, не, не, $6. Так, пожалуйста, ну, давай розовое, красное, ну, пожалуйста. Все такое дешевое, чувак. Боже. Нет, представь. Нет. Так, давай еще. Забей. Так, 900 уровень. Женщина, найс. Оу, так, и все, давай, красное, давай, розовое, давай, ну же, давай. Ну. Так, ну же, давай, давай. Так, женщина, давай еще раз. Я ты хочу... Еще раз купил? А, подожди, все, мой 1000 уровень. Тысячный уровень? Все, мы тысячный. Не, я больше не буду покупать. Чуваки, все, я беру паузу. Я не знаю, когда это конец будет, когда конец. Они реально будут бесконечно, что ли? Жесть. Полная жесть. То есть, получается, женщина это самая лучшая, блин. Да, да, да. Прикольно. Какая она низкая. В нее сложнее попасть. А в этого, смотри, как легко попасть. Вот, вот это. Он на Конора Макгрегора, кстати, похож. Слушайте, чуваки. Это жестко, я его не подумал. Но я открою сейчас один кейс. Я ставлю вот этого сразу. Замин для террористов. Оу. С моими перчатками, это классно. Он надел. Так, смотри. Сейчас, бро, я делаю такую штуку, как открываю три кейса. Вот эти вот, которые революционная. Расколотая сеть революционная. Тебе выпадает нож, и мы уходим. Новые ножи выше, кстати. Да? Так, все, чуваки, открою три кейса. И сегодня постараюсь опубликовать еще один ролик, где открою кейсов 20-30. Так, мимо. Мне даже кейсы не придется покупать. Смотри, сколько у меня их. Да ладно, чувак, мне не... Жесть. Это хорошо. Ну, сейчас нож выпадает и так. Да, типа... О, калаш. Покажи. Калмыга. Калмыга? Калмыга. Калмага. 3.68. Ладно, друзья, спасибо. Женщина, $19 уже стоит. Камон, она упала. Пипец. В моих глазах. На $7 за пару секунд. Да, да, да. Жесть. Да, женщина, 19. Ладно. Друзья, еще один кейс открою и все. Ждите сегодня, либо завтра ролик, где открою еще 20, 30, может быть 50 кейсов. Потому что ключи, кейсы уже есть. Так, давай, давай, давай. Ай, ладно. Все, друзья. Жду вас сегодня на ролике про кейсы. Всем пока, спасибо, что вы были со мной. Поставьте лайк, я потратил огромную сумму денег. Я даже считать ее не буду. Не хочу себя огорчать и уничтожать мою психику потери огромных денег. Всем пока, с вами был я, Шок. Играйте и тренируйтесь на cybershock.ru. Ссылка есть в описании, это мой проект, который сейчас просто бам, стреляет. Спасибо.